Есть в каждом из нас что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. То существование, которое мы будем отрицать до тех самых пор, пока не будет слишком поздно, это что-то потеряет для нас всякий смысл. Именно это заставляет нас подниматься по утрам с постели. Терпеть, когда нас донимает занудный босс. Терпеть кровь, пот и слезы. А все потому, что нам хочется показать другим, какие мы на самом деле хорошие, красивые, щедрые, забавные и умные. Можете меня бояться или почитать, только, пожалуйста, не считайте меня таким же, как все. Нас объединяет это пристрастие. Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания. Мы готовы на все, лишь бы нас похлопали по плечу и подарили золотые часы или прокричали «Гип-гип, мать его, так, ура!» Смотрите, какой умный мальчик завоевал очередную медальку, а теперь натирает до блеска свой любимый кубок. Все это сводит нас с ума. Все это сводит нас с ума. Все это сводит нас с ума.